Всем привет! Я вот что хотела обратить внимание на вот этот вот продукт шиповник сушеный. Сейчас все-таки начался сезон простуд, прохладные вечера и ночи. И в моей семье, и во многих, и дети болеют, и взрослым. Рекомендую. Отличный шиповник. Я, кстати, сегодня только его заварила в термосе. Где-то на 5-6 часов оставляйте в термосе, ну и потом пейте, как обычный чай. Желаю всем здоровья. И до новых встреч. Пока.